Вчера ФСБ и милиция перекрыли канал поставки наркоты в Екатеринбург. 162 килограмма наркотиков изъято в общей сложности. Барыги провозили смерть в топливном баке КАМАЗа с двойным дном. Гигантский объем изъятого, не было такого на Среднем Урале. КАМАЗ как бы вез лучок из Таджикистана, КАМАЗ с таджикскими номерами. Вчера на улице Маневрова этот КАМАЗ проверили. Разработка канала доставки наркотиков велась давно, караулили правую с партии несколько суток. КАМАЗ принадлежал человеку по фамилии Ачилов, 28 лет. Чтобы достать наркотики, пришлось разваривать топливный бак, один из топливных баков КАМАЗа. Для чего была вызвана служба спасения «Сова» со своим хитрым инструментом? Двойное дно обнаружилось в этом баке и гигантское количество наркотика. Почти 16 килограмм героина, 6 килограмм гашиша, 138 килограмм опия сырца. Как уже говорилось, 162 килограмма в общем и целом. По подозрению в причастности к наркогрузу задержаны пятеро граждан Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренными статьей 228 УК РФ.